Лови, тебе форма нужна. Молодец. Вы победитель конкурса. Что за конкурс? От компании «Вкуснотеево» всегда участвуем в розыгрышах. Уже выиграли много призов. Мастер-класс стал очередным из них. Андрей, ну тебя-то я знаю дольше всех. После того, что между нами мыло, уже можно и есть с рук. Мне интересно посмотреть вообще другие способы приготовления и послушать, что Женя Тимофеев расскажет. Готовим блины практически каждые выходные, каждую неделю, потому что это любимое блюдо у моих детей. Но гречневые, например, я готовлю впервые. Я потом получу еще рецепты, и я думаю, что дома я поэкспериментирую с теми рецептами, которые здесь как раз мы используем.